забегаєш в кімнату. У нас сім'я большая була, дітей було много. З автоматом під кроваті кругом, партизани йшли. А свинья там была у нас, схватили свинью тянут, курка, яйка, молоко, давай ему, все. Все мы помним, все мы знаем. Дрожали вот так. Дрожали. Как здоровье сейчас? Да, 86-й год. А? Хороший год. Молодая еще. Да. 90 лет, всех приглашаю на 90 лет, вас тоже. А если не придет, тогда вам морду набью. Нет, я моя здесь дома будет. А как? Ваша дома будет. Я все помню. А, конечно, трудное детство у нас было. Голод был у нас. Ну а что ж, семья, 7 человек. Отец ушел на фронт. Брат тоже старший, а мы, брат 28-го года, и я, и пятеро еще таких. Ну, остались? Ну, сейчас уже постепенно уходит. А тогда все остались. Отец вернулся, был на параде в Москве, с парада прямо на станции Котельника, с Котельника ночью пришел домой. А что, а брат тоже, ну, уже позже, через 3 года. Я хотела рассказать, как мы выжили, как мы выжили. Спасибо, суслики были. Я даже хотела, ну, правда, ездила, дети войны приглашали нас. Но я как раз уши совсем не слышали. Что там говорят, я не слышала, только там сидела, как помка. А хочу сказать, сусликам памятник надо поставить. Да, я давно уже. Первое я делаю взнос 1000 рублей. Полезная штука. А вы что, вы знаете, хлеба 200 грамм давали на известно, а больше ничего нет. Так мы с братом в феврале месяц, вода холодная, расставала. Сусликам по 100 штук выливали. Это принесем домой, брат это парит там, зарабатывает, а мы с сестрой идем колючку тянем. Еще она не горит, разжигать нечем, спичек нет, ничего нет, ни хлеба нет. Там в казанке эти суслики варятся, оно не кипит, оно еще сырое, а мы уже их не едим. И только за что суслика выжили. Весной трава, трава, траву тоже вот так ели, синяя глина вместо конфет. А это, ну, выжили, никто не умер, ничего. Здоровья вам. Да, спасибо. Только хочу вам пожелать, что таким же оставайтесь. Четверо внуков, семь правнуков. И довольно-таки внуков. На 90 лет всех приглашаю. Кто не придет, морду набьет.